Всем привет, меня зовут Алена Воронцова, я стилист. Сегодня мы с вами обсудим тему того, как выбрать идеальный купальник на лето. В интернете есть много статей по этому поводу, вы можете с ними ознакомиться, если вам интересно. Но первое, что я бы хотела, это от себя сказать о том, что купальник — это не тот элемент гардероба, который может очень сильно как-то скорректировать ваши данные, то есть вашу фигуру. Потому что его слишком мало на вашем теле для того, чтобы он действительно мог сыграть роль в восприятии окружающими вашего тела. Поэтому нужно смириться с тем, что есть, и просто подобрать тот купальник, который будет идеально на вас сидеть. Но все-таки небольшие секреты и хитрости по визуальной коррекции отдельных частей фигуры есть, и я о них планирую сегодня рассказать. Второе, на что я хочу указать. Мое глубокое убеждение в том, что самый лучший, самый роскошный вариант для пляжа — это простой базовый черный купальник. Потому что именно он совмещает в себе сразу несколько параметров. Он элегантный и одновременно с тем роскошный, но только, естественно, в том случае, если он не изобилует каким-то декором, то есть он должен быть максимально простой и подходящий для вашей фигуры. Мое глубокое убеждение в том, что черный цвет для пляжа — это самый лучший цвет, самый, скажем так, дорогой. Несмотря на то, что в обычной жизни черный цвет может подходить далеко не всем, может быть, даже вообще мало кому. Но что касается пляжа, там совершенно другая история. Во-первых, на пляже мы все загораем. Во-вторых, та одежда, которую мы надеваем на пляж, мы ее с себя сбрасываем. Ну а купальник, как я уже и говорила, его слишком мало на вашем теле для того, чтобы он каким-то образом мог ваш цветотип, скажем так, собой перечеркивать. То есть, если одежды черной на вас слишком много, да, она может или старить, или подчеркивать какие-то недостатки, то с купальником априори этой проблемы у нас нет. При этом, что мне нравится именно в черных купальниках, это то, что они и скромные, и в то же время они привлекательные. Это замечательный баланс, на мой взгляд. Поэтому, когда вы решаете для себя вопрос базового купальника, то моя рекомендация в том, чтобы у вас был один черный, который идеально будет вам подходить, ну и уже как альтернативу вы можете выбирать любые другие варианты по своему вкусу. Итак, в том, что касается коррекции фигуры и вообще того, как выбрать купальник относительно именно своего тела, своих данных. Я не буду сейчас углубляться в подробности и в разбор типов фигур из разряда яблоко, груши и так далее. Я просто разберу фигуру сверху вниз по частям и расскажу о том, как именно можно скорректировать те или иные части тела при помощи вашего купальника. Итак, первый пункт — это плечи. Какие проблемы могут быть с плечами? Во-первых, они могут быть либо покатыми, либо слишком широкими. Если проблем нет, то это пункт мы просто пропускаем. Итак, если у вас плечи покатые, то я рекомендую обратить внимание на лямки. Лямки вашего купальника могут быть широко расставлены, они могут быть шире, чем обычные, то есть это может быть не просто ниточка, которая проходит, а, допустим, ширина 1-2 сантиметра, для того, чтобы, скажем так, визуально создать вот эту вертикальную линию, которой, возможно, вам в плечах не хватает. Если же плечи, наоборот, слишком широкие, то для того, чтобы визуально их скорректировать, нужно выбирать лямки, которые будут завязываться вокруг шеи. Они помогут визуально скорректировать данную часть и убрать вот эту перспективу к расширению ваших плеч. Дальше переходим к груди. Данный пункт я предлагаю разделить также на три подпункта. Это грудь маленькая, среднего размера и большого размера. Итак, что мы можем выбрать для маленькой груди? Лучше всего для того, чтобы скорректировать ее пропорции визуально, выбирать верх с пушапом, либо форму бандо. И еще одна отличная рекомендация, это когда на купальнике формы бандо идет сверху вот такая рюша. Она помогает визуально добавить груди размер. Если размер груди средний, то можно выбирать для себя чашечки как треугольные, так и, в принципе, любой другой формы, с рюшами или без них, с пушапом или без. Это будет зависеть от вашего вкуса. Если же грудь очень большая, то здесь нужно обращать внимание, во-первых, на плотность чашечки, чтобы она вашу грудь могла удачно поддерживать, а также ваш лифчик должен идти с косточкой. И для очень большой груди, пожалуй, рекомендация в том, чтобы вы не подбирали для себя купальник формы бандо. Дальше мы опускаемся и переходим к животу. Если у вас нет проблем с животом, то эту тему можно вообще пропустить и не обсуждать ее никак. Если же есть большие проблемы с животом, то есть я имею в виду такие, когда он действительно требует того, чтобы его скрывать. В таком случае единственное, что можно предложить, это слитный купальник. Ну, собственно говоря, слитные купальники подходят не только тем женщинам, которым необходимо скрыть живот. В принципе, они идут практически всем женщинам, поэтому вы можете рассмотреть для себя такой вариант. Итак, если вы скрываете свой живот при помощи слитного купальника, и поскольку я говорила о купальниках именно черного цвета, то, естественно, что данный цвет сам по себе поможет вам фигуру сделать визуально более стройной.
И вообще, на мой взгляд, черные слитные купальники смотрятся очень роскошно. Теперь переходим к нижней части тела и к плавкам. Здесь также три варианта. Либо у вас слишком маленькие и узкие бедра, которые требуют какого-то объема, либо они среднего размера, уравновешенные сверху, либо бедра могут быть полноваты. Для бедер, которые требуют добавить объем, я могу порекомендовать два варианта. Либо это та же самая рюша, о которой я уже говорила, либо можно выбирать для себя плавки шортиками. И вообще, плавки шортиками подходят практически только девушкам очень худосочным, у которых очень узкие бедра. Сами понимаете почему, потому что вот эта широкая линия будет визуально фигуру расширять в нижней части тела. Если бедра среднего размера, то выбирайте для себя стандартную классическую модель бикини. Если же бедра очень крупные, то от плавок в форме шортиков мы совершенно точно отказываемся, но то же самое могу сказать и от плавок, которые на тонких завязках, потому что вот эти тоненькие завязочки будут слишком сильно контрастировать с большим объемом бедер. Лучше всего выбрать для себя в таком случае плавки, которые будут не на завязках, а стандартные, у которых вот этот боковой шов, скажем так, будет 2-3-4 сантиметра, в зависимости от масштаба вашей фигуры. Ну и самый важный момент, касаемый именно плавок и вообще купальника в целом. Ваш купальник обязательно должен быть по размеру. И здесь я хочу отдельно об этом сказать именно касаемо бедер, касаемо плавок. Дело в том, что состояние фигуры у всех разное, и это абсолютно нормально. Поэтому иногда бывает так, что лучше выбрать плавки для себя размера, который будет, возможно, чуть больше, чем привычный для вас. То есть, возможно, джинсы вы носите размера small, а плавки выберете для себя размера medium. Но это нужно мерить и смотреть. Это нужно для того, чтобы ни в коем случае не было никаких складок ни над вашими плавками, ни под ними, ни сзади, нигде. А поскольку плавки выполнены из ткани типа stretch, которая тянется, то они могут немного фигуру сдавливать, если она недостаточно упругая. Поэтому здесь нужно быть предельно внимательными. И пусть вас не пугает тот размер, который вы берете, уж лучше он будет больше привычного, но визуально это никак не будет отличаться от плавок меньшего размера, кроме того, что эти плавки идеально сядут на вас. На этом по поводу купальников все, что я хотела вам сегодня сказать. Все, что касается разбора фигуры в целом, когда стилисты рассказывают о том, что фигуре груши нужно вот такие купальники носить, яблоком вот такие купальники, я считаю, что это не очень работает, потому что, опять-таки, это не тот элемент гардероба, который визуально поможет очень уж сильно вашу фигуру каким-то образом скорректировать. То есть я имею в виду, что если девушка с фигурой типа груша наденет черные плавки, а верх купальника у нее будет яркий и пестрый, то это не поможет обмануть людей, окружающих на пляже, они все равно будут понимать, что эта девушка с фигурой типа груши. Поэтому заморачиваться до такой степени, я считаю, не стоит. На сегодня по поводу выбора базового купальника все. Я надеюсь, что эта информация была вам полезной. Ставьте пальцы вверх, если это так. Всем удачи и до новых встреч, друзья! We're going on a cold ride.